Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис. И я хочу вам сегодня показать такую игрушку, как El Matador. Она в стиле Макс Пейна. Я пройду чисто сюжетку, но мне придется играть без микрофона, потому что не слышно ни музыку, ни голоса. Тут, в принципе, и комментировать-то нечего будет. Тут в основном только боевик. Поэтому не удивляйтесь, что будут использованы коды чисто для сюжета. Вы зрители, я хочу, чтобы вы просто получили удовольствие от локаций, удовольствие от сюжета и не смотрели по 40 минут, по 50 минут чистую стрельбу, нервы, перевороты. То есть, понимаете, когда сам играешь, ты получаешь удовольствие от геймплея. Но я игру прошел. Поэтому вы увидите чисто сюжет, это если не, ну, нету возможности поиграть в нее, или просто вы о ней не слышали, ну и хотите только посмотреть. Да, это не новая игрушка, но, в общем, смотрите игру, ставьте лайки, приглашайте друзей. В общем, вы мою позицию поняли, так что новую игру я начну чисто без микрофона. Так что извините, спасибо за понимание, делайте чай, приятного просмотра и вперед! Верхний этаж. Есть, сэр. Снайпер на месте. Альфа, вперед! Пошли.
Открыть огонь! Поехали! Ответ на огонь! Я зарит мне пакет! Я тебя прикрою! Возьмите Альберта как можно быстрее. Он не должен уйти. Марика сбежал вниз. Я тебе мозги выжгу. Альфа, у нас нет плана подвальных этажей клуба. О, класс! Придется ориентироваться по обстановке. Вы должны взять Альберта, он где-то рядом. Ну-ка! Понял вас. Черт! Не открывается! Может, просто нужны умелые руки? Ясно. Ты мой! Что за хрень? Чисто. Здесь девчонка. Выводи ее. Помогите. Я займусь Альберта. Давай, я иду наверх. Виктор пошел за Альберта. Понятно. На бойню!
тебя на тряпку! Ума нету, да? Я тебя чуть не убил! Виктор, собирайся. Через час вылетаешь в Колумбию. Нет. Кто он вообще такой? У нас что, своих людей не хватает? Я ничего не могу поделать. Его прислали из Вашингтона. Придется терпеть. Войдите. Он здесь, капитан. Пустить его? Нет, в задницу послать. Эх, ладно, впускай. Добро пожаловать в Боготу, мистер Корбет. Я капитан Энтерадор, а это лейтенант Родригес. Присаживайтесь. Есть новости по делу. Подтвердилось предположение, что за нападением стоит картель «Ла Валидора». Недавние рейды управления позволили установить, что боссом «Ла Валидора», возможно, является некий Хуан Эстебан, он же «Эль Корсарио». Все данные по операции были уничтожены во время резни, так что улик против него не осталось. Официально этот ублюдок чист, как стеклышко. Однако мы сумели выяснить, что завтра в отеле «Парадиса» состоится встреча местных баронов. И «Эль Корсарио» будет там. Мы отправим туда группу слежения. И вы отправитесь с ними просто как наблюдатель. Хорошо? Никакой стрельбы. Вопросы есть? Нет. Окей. Доложитесь лейтенанту Лопесу завтра в 9:00. Он введет вас в курс дела.